Друзья мои, всем привет! Рада видеть вас сегодня на своем канале. С вами Ольга Придухина, и сегодня мы с вами поговорим на тему, которая меня действительно удивила. Если раньше мы все время говорили, как увеличить половые органы, что для этого нужно делать, то сегодня возник вопрос, а нормально ли, что половые органы достаточно большие? Потом пришло все-таки уточнение, что у женщин, и все-таки я хотя бы разобралась, с чем связан вопрос. И вопрос звучал так, вот у женщин достаточно большие половые губы, достаточно большой клитор, является ли это нормой? И что же с этим нужно делать? Как его уменьшить? И может ли вообще он расти дальше? Сегодня об этом поговорим. Дорогие мои, подписаны ли вы на мой канал? Если вы еще не подписаны, обязательно подписывайтесь, делитесь вашим мнением, задавайте интересующие вопросы. И в следующих видео мы обязательно разберем самые интересующие вас вопросы. Ну что, действительно, если мы будем говорить о клиторе, о половых губах у женщины, это тема, которая вызывает огромное количество вопросов и споров. И знаете, что меня по данным многих опросов очень удивило, что мужчины чаще всего абсолютно не знают, как выглядят наружные половые органы женщины. То есть для них это такое черная-черная дыра. Абсолютно не знают. Да и многие женщины абсолютно не знают. Когда они приходят на осмотр, они мне чаще всего говорят, ну там у меня где-то что-то, посмотрите, доктор. А где что, неизвестно. Соответственно, часто приходит вопрос, что с течением времени, особенно когда были достаточно сложные роды, происходит изменения внешние наружных половых губ, да? И вот сейчас, когда стала популярна тема интимной пластики, да, то женщины стали задаваться таким вопросом, когда мы там влияем на клитор, соответственно, вводим различные препараты для улучшения чувствительности. И женщина говорит, что да, клитор там становится достаточно большим, вот как его уменьшить? То есть визуально, конечно же, это зависит от конституции женщины, но даже сложно сказать именно от физиологии конкретной женщины, потому что иногда мы видим достаточно крупных, с достаточно таких тучных женщин, и у них совершенно небольшие половые там губы, недостаточно небольшой клитор. А бывает, видим небольших, худеньких, маленьких женщин с достаточно большими половыми губами, достаточно большим клитором. Поэтому, друзья мои, это такая физиологическая, конституциональная предрасположенность. Это не значит абсолютно ничего. Потому что вот меня, как гинеколога, это немножко раздражает, что многие начинают додумывать, а вот у нее большие половые губы, значит, да ничего это абсолютно не значит. Значит, мать природа дала ей такую физиологическую, конституциональную особенность. Больше ничего это не значит. Соответственно, они могут быть у всех абсолютно разные. Абсолютно у всех разные. Соответственно, то же самое, что и клитор. Многие путают вообще клитор с уретрой. Клитор находится выше, уретра ниже. Да? То есть это мочеиспускательный канал уретра. Соответственно, клитор в любом случае будет больше уретры. У кого-то он менее выражен. Да, на эту тему проводились исследования, что менее выраженный клитор не такой чувствительный, как более выраженный. То есть вот об этом мы еще с вами можем поговорить. Но, в принципе, если мы говорим, то вот никак он особо не сказывается на там, жизни женщины, что он больше, что он меньше. Да, у многих женщин может быть небольшой дискомфорт, особенно при недоразвитых половых губах, что клитор как бы немного приоткрыт, из-за этого может быть повышенная чувствительность, да, повышенная раздражимость половых органов. То есть вот здесь может быть момент, то есть подвержены там аллергическим реакциям, подвержены каким-то травматизации слизистой. То есть вот здесь может быть момент именно неприятный.
Но все-таки это уже можно рассматривать как вот как какую-то такую вот патологическое, да, несоотношение. Соответственно, если мы говорим про достаточно крупный клитор, то обычно у женщин достаточно крупные половые губы. Что с этим делать? Обычно ничего. Это такая особенность конкретной женщины. Да, сейчас уж если вам это 100% не нравится, вас это прямо раздражает, тогда существуют различные операции, так называемая интимная пластика, когда вы можете уменьшить и половые губы, и клитор. Соответственно, но стоит помнить, что клитор достаточно такой, в нем много нервных окончаний, в нем много вообще кровоснабжения, то есть он очень чувствительный орган, и все-таки в любом случае есть риск травматизации, да, что после там проведенной операции может случиться травматизация и будет недостаточная чувствительность. Все-таки это есть. Причем, если мы говорим про сами операции, то операции обычно проводятся по увеличению, да, то есть вводится гиалуроновая кислота для увеличения как раз-таки размеров, да, клитора. Поэтому я бы не рекомендовала его оперировать, хотя сейчас есть методики, когда происходит небольшое повреждение, но в любом случае это огромное количество нервных окончаний, нервных сплетений, при нарушении которого мы можем потерять ту самую чувствительность. И я крайне не рекомендую женщинам вообще в это вмешиваться, вторгаться. То есть, прошу прощения, да, половые губы. Уж если вам настолько мешает их размер, то их можно уменьшить. Но все-таки стоит быть аккуратными, потому что, зная сейчас, как многие женщины ведут себя у косметологов, что вот нет какой-то золотой середины нормы, то больше, то очень мало. Все-таки нужно советоваться с мнением врача и подходить к этому вопросу очень правильно. Ну и всем остальным рекомендую крайне недомысливать всякие там, почему вот случилось вот так и зачем это женщине. Есть определенные физиологические и функциональные предрасположенности. Поэтому, дорогие зрители, пишите ваше мнение, что вы думаете по этому поводу. Если это видео вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Также каждого из вас жду в своем телеграм-канале. Первая ссылка в описании под этим видео. Переходите, подписывайтесь, и мы с вами будем чаще встречаться и общаться. Пока-пока и до новых встреч!